18+. Настоящий материал, информация, произведен, распространен иностранным агентом Львом Марковичем Шлосбергом, либо касается деятельности иностранного агента Льва Марковича Шлосберга. Привет, это Дима. Пишу вам со знакомого адреса. Москва, Выборгская, 20, СИЗО 5, Водник. Мое путешествие столь же увлекательное, сколь бессмысленное. Завершилось как раз с наступлением холодов. Обратный маршрут, как и ожидалось, провел в Цивильске. А потом на несколько дней остановился на спецблоке Нижегородского СИЗО в одиночной камере для пожизненно заключенных. Нет, мне пока не увеличили срок. Просто все остальные камеры, как объяснили мне сотрудники, были заняты. Услышался с местными политзаключенными, как старыми, так и новыми. Один прокомментировал покушение на Прилепина, другой несколько раз перевел их в БК по 200 рублей. Опасные, в общем, преступники. Из Москвы я хоть и уезжал с основного корпуса СИЗО, вернулся на спецблок. Спустя почти год, по всей видимости, вновь признали особо опасным и требующим специального контроля. Впрочем, я и не против. Публика тут всегда интересная. Вот, например, парни на соседней шконке полгода таскали по тюрьмам Удмуртии, а потом спецэтапом привезли в Москву и вменяют целый букет статей от вандализма до экстремизма за антивоенное граффити и якобы некую связь со штабом. Количество политзаключенных в нашей стране растет такими темпами, что скоро спецблоков на всех не хватит. Но мы понимаем, все это ненадолго. Россия будет свободной.